В пятницу 13 октября в Самаре начнется автоматизированное распределение свободных мест в детские сады. Департамент образования администрации города просит родителей проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения ошибки необходимо обратиться в МФЦ для корректировки сведений. У родителей есть право выбрать предпочтение в отношении детского сада, но указать можно не более 5 учреждений. Для корректировки списка следует также обратиться в МФЦ. Распределение мест происходит на основании нескольких критериев. Наличие у родителей права на преимущество предоставления места для ребенка в саду. Дата регистрации ребенка в электронном реестре. Возраст ребенка. Направленность группы. Желаемая дата зачисления. Информация о предоставлении места сообщается родителям по оставленным указанным данным, а также она появится на портале образовательных услуг. Если родитель не предоставит письменного согласия или несогласия в ответ, то в последующих распределениях ребенок не сможет участвовать.